Так, данная видеошпаргалка предназначена для того, чтобы не терять способ установки Glade VCP редактора для панелей, встраиваемых в интерфейс Axis и другие интерфейсы. Для чего она нужна? Вкратце сейчас объясню. Допустим, так, запустим конфигурацию рабочую. И увидим вот такой красивый интерфейс с кучей дополнительных кнопочек. Эти кнопочки по умолчанию в интерфейсе Axis нету. Они как раз написаны все на Glade. Их можно написать на PyVCP, на Qt, ну, более-менее удобным и простым и доступным в плане порога вхождения, я считаю, Glade VCP. Потому что там проще всего разобраться. Вот. Можно задать дополнительные функции, какие-то настройки через эту панель регулировать, дополнительную индикацию сделать, вот как, допустим, для всяких датчиков, частно, ну, в данном случае для плазменной резки. Ну и тут разрабатывается для вентиляции, например, чтобы видеть, какой клапан в какое время открыт. Вот этого всего по умолчанию нету. Все это пишется в Glade VCP. Так. Посмотрим, как его устанавливать, так как в остальных дистрибутивах, кроме Debian 7, которого был Linux CNC версии 2.7, в остальных дистрибутивах он не идет предустановленным по умолчанию. Так, как это делается? Есть такая инструкция на форуме Linux CNC. Ее можно скачать, сделать там какой-нибудь скрипт, запустить, и оно все установится. Ну, я, чтобы время не терять, все это дело уже скачал. Сейчас мы будем просто устанавливать. Делается это очень просто. Так, эти файлы у меня уже лежат здесь. Скопируем для упрощения в домашнюю директорию, чтобы работал алгоритм из этой инструкции. Запускаем консоль, терминал, запускаем установку. Первое установилось. Устанавливаем пакеты вот в таком порядке. Почему-то в другом порядке, если устанавливать произвольно, блин, всегда происходит сбой установки. Так, как мы видим, установилось. Ставим последний пакет. Хоп, и получаем такую ошибку, что мы не можем установить. Тут есть даже на этот случай инструкция. Так, нам просто нужно докачать некоторые пакеты, то есть удовлетворить зависимости вот такой простой командочкой. Сейчас докачаются нужные пакеты, все установится и запустится. Подтверждаем установку. 39 мегабайт скачивания. Так, пошла установочка. Установка завершена. Проверяем работу. Эти пакеты можно удалить, чтобы они место не занимали. Открываем наше главное меню, смотрим раздел разработки и запускаем Glade. У нас открывается пустой файл. Правильность установки проверяется тем, что в конце виджетов появляются HAL Python, VCP Action,
такие вот вещи. То есть это уже конкретно для Linux CNC виджеты. Без них, ну, очень как, становится сложновато разработать панель, потому что надо будет писать большой файл обработчик. А виджеты именно для Linux CNC уже имеют какие-то там свои функции определенные, которые не надо дописывать вручную. Откроем какой-нибудь имеющийся у нас панель, допустим, ну, не будем рисковать рабочий, откроем запасную backup. И посмотрим, как все это выглядит. А выглядит это вот так. То есть мы можем уже с нуля начать писать какую-то свою панель. Ну, начинается все очень просто. Добавляем главное окно, добавляем разбивку, допустим, горизонтальную. Потом вот горизонтальную разбивку можно еще по вертикали разбить. Так, разбиваем, собственно, ячейки. Эти ячейки просто автоматически будут выравниваться по своим размерам и, под, ну, и укомплектовывать кнопки, ваши сигналы, расставлять их ровненько. И в таком духе добавляем кнопочки, добавляем LED, добавляем всякие штуки. Такую вот прекраснейшую панель из домика можно сделать. Все легко и просто решается за пару минут.